гнездо скалопендра морфов. Надо его уничтожить. Надо его уничтожить. Не любишь серебро, да? Thank you.
Но! Отдохни. Но! Благодарю вас, сударь. Если бы не вы, те разбойники шутить не собирались. Могу вам что-нибудь выковать в благодарность. Только вот до кузни доберусь в Белгарде. Я зайду, когда буду в тех краях. Thank you.
Но пошла. Давай, плотва. Я только что спас тебя, если ты не заметил. Да, да, потому что хотел награду получить. Знаю я вашу породу. Само собой. Плату я с тебя еще возьму. А сперва дай-ка поглядеть на твои товары. Хм. Ну, погляди. Только не трогай ничего, да заплати за все сразу в твердой валюте. Тебе ясно? Чем тебе так нордлинги не угодили? Кроме того, что они воры, лжецы и бездельники? Да ничем. Ну-ка, покажи свои товары. Мне пора. До встречи. Ведьмак, не ведьмак. Вкалывать надо. Шевелись, плотва. Отдохни.
Погоди, плотва. А этот ведьмак не дурен. Спасите! Откуда у тебя такие кошачьи глазища? Мастер, на что тебе этот меч? Хочешь взглянуть на... Увидимся. Здравствуйте, сударь. Что вам угодно? Я бы вина выпил. А какое вам? Красное, белое, розовое? Сухое, полусухое, сладкое? А пилосьон какой? Я еще подумаю. Расскажешь мне что-нибудь об этих местах? А что тут рассказывать? Разве что властитель этих земель, месье де Бурбё, самый напыщенный фигляр в Туссенте. Правда? Спасибо. Буду иметь в виду. Покажи, что ты продаешь. Может, сыграем партию в гвинт? Thank you.
Обвалившийся дом. Похоже, кто-то подкопался под фундамент. Никогда так не было, чтобы никак не было. Ну, все, все, все. Прошу мне не мешать. Я занят. Я управился с проблемами Бельгарда. Винодельня снова может работать. Превосходно. В таком случае данной мне властью объявляю вас владетелями Бельгарда. Надеюсь, вы приведете его к процветанию. Замечательно. Ах, я уже чую запах зреющего на солнце винограда. Мы не забудем того, что ты для нас сделал. Вот твоя награда. Но это не все. Навести нас чуть попозже. У нас для тебя будет сюрприз. Не примену. Бывайте. Оказаться подле такого человека – это дело. Рада тебя видеть, ведьмак. Что происходит?
Не мог выбрать другого места для встречи. Рейес! Зараза, закрыто. Но местом-то я не ошибся, это точно здесь. Здесь должен быть другой выход. Встречаюсь с вампиром на кладбище. Что может быть банальней? Так сразу ничего в голову и не приходит. Дверь мог бы оставить открытой. Я слишком ценю свое уединение. Так что я бы очень не хотел, чтобы сюда пробрались непрошенные гости. А ты... Я знал, что ты справишься. Ага. Я должен найти твоего приятеля и рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Но дело не в том, что ты должен,
том, что Детлов хочет. И если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Но должен же быть какой-то способ. Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у одной из жертв бестии в излучине реки. Труп был расчленен. Причем кистей оказалось 3. Вот эта сперстня мне показалась лишней. Кроме того, ею интересовалась Брукса. Детлофа, без сомнения. И она нам пригодится. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковинариуса о сохранении памяти в тканях? Что-то припоминаю. Я читал об этом в «Алхимии Облитера». В Каэр Морхене был один экземпляр, страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковинариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались, мы были друзьями. И я знаю, что он закончил исследование и провел первые испытания. Не стану углубляться в детали, но, коротко говоря, по произвольному фрагменту ткани можно реконструировать то, что пережило все тело. Как это работает? Нужны какие-то устройства? Надо приготовить микстуру, которой Ковинариус дал выразительное название «Отзвук». Она вводит в транс, приближенный к наркотическому. И вызывает видения, связанные с сильными эмоциями, которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что делал Детлов, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав отзвук, мы узнаем, где скрывается Детлов. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл и эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, здесь гости. И, будучи гостями, должны уважать хозяев, то есть вас, людей, и старшие расы. Значит, не есть нас, не относиться к нам, как к скоту? Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Детлофу в напоминание об этих идеях. А ты не мог бы просто вызвать Детлофа? Вы же высшие вампиры, должен же быть способ. Если быть с тобой до конца откровенным, то... Способ есть. Но поверь мне, мы не хотим к нему прибегать без крайней нужды. Херово. А почему так? Есть одно существо, у которого есть право, точнее власть, призвать Детлофа в нужное место. Только вот добраться до него и говорить с ним все равно, что балансировать на тонком канате над озером с кипящей лавой. Занятие весьма опасное не только для меня, но и для тебя. Я на такой риск идти бы не хотел. Прошу, давай сделаем по-моему. Будет и быстрее, и проще. Ковинариус посвятил полжизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить отзвук будет непросто. Верно. Кроме тканей Детлофа необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видениям. Есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы Мамуна, но их ближе, чем в Изиме, не раздобудешь. Еще подойдет слюна Вихта Пятнистого, но они вымерли больше 100 лет назад. Или глаза Кобальда. Но Кобальды разумные, я бы не хотел выкалывать им глаза.
Поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. Что это было? Ворон. Они довольно часто встречаются на этой широте. Очень разумные птицы. Я попросил его поискать существ, которых ты перечислил. Вдруг кто-то из них найдется неподалеку. Держу пари, что стая воронов узнает об этом быстрее, чем один ведьмак. При всем уважении к твоим способностям, друг мой. У них это тоже займет какое-то время, так что, может, соблазнишься стаканчиком мандрагоры? Ты же знаешь, я никогда не отказываюсь. К сожалению, это слабенькая настойка, не самогон. И хорошо. Помнится, после твоего самогона люди такое говорили, что в жизни не сказали бы на трезвую голову. И о чем мне бы не хотел рассказывать Геральт из Ривии. У всех есть свои тайны. Согласен с тобой целиком и полностью. Я уверен, время от времени стоит делиться ими с кем-то, кому доверяешь. Столь утонченным образом ты спрашиваешь, доверяю ли я тебе. Я вообще люблю непрямые вопросы. Этакие тесты на сообразительность. Один ты только что прошел. Давай сперва ты выдашь мне какую-нибудь свою тайну. Вампиры — очень интересные создания. Тебя интересует что-то конкретное? Что с тобой было после оживления? Как можно догадаться, я долго приходил в себя. Собственно, я до сих пор окончательно не восстановился. Но первый год я ни стоять, ни ходить сам не мог. Детлов терпеливо переносил мою слабость. Если бы не он, меня бы здесь не было. Регенерация проходила бы куда медленнее. Когда я уже передвигался на собственных ногах, то отправился в Бругге, в свой дом в Диллингене. Я вел спокойную жизнь медика, пользуясь всеобщим уважением и являя пример полной противоположности обычным представлениям о вампирах. В Бругге? Тебя потянуло на сантименты? Разве что самую малость. А ты? Что было с тобой? Ты нашел Цири? Тогда да. Но вскоре после этого она ушла. А через несколько лет вернулась. И мы вместе разбили дикую охоту. О, вижу, за время моего отсутствия и правда много произошло. Да, но об этом давай поговорим как-нибудь после. Я хотел еще поспрашивать о тебе. Задам тебе вопрос, на который все хотели бы знать ответ. Что происходит после смерти? Понимаю. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что человеческая вера в богов имеет какие-то основания. Но я не знаю. Вампиры слишком отличны от людей. Наша материя, то, из чего мы созданы, не нуждается в форме. Нам не нужны ни мозг, ни сердце, ни воздух. Но ты был мертв? В людском понимании смерти – да. Ты чувствовал что-то? Понимал? Это трудно объяснить. Я чувствовал некое беспокойство. Что-то, чего я не мог назвать, потому что не понимал. Только после перерождения я осознал. Это был холод и невообразимый страх. Если бы не Детлов, я бы утонул в вечности ледяного страха.
Значит, тогда ты все-таки не жил. Это ошеломительный опыт, наверное. Мне просто не с чем его сравнить. Но ты же знаешь, мы воспринимаем смерть иначе, чем мы. Нам чужда ваша привязанность к жизни. Вы смертны. Следовательно, про вас изначально известно, что вы умрете. Это только вопрос времени. Потому я часто думаю, зачем вы так переживаете? Чем отличается смерть в 20, 40 или, скажем, в 100 лет? Все это равно ничтожные сроки. Весь вопрос в системе координат. Тот, кто может потратить миллиард крон, не поймет того, у кого их всего 20. Воистину. Многое зависит от точки зрения. Новая жизнь, новое тело. Выходит, ты все начинаешь сначала? Начать все сначала. Слишком широкое понятие. Ты о чем-то определенном? Возьмем твою зависимость от крови. После возрождения твой организм о ней еще помнит? Может, если ты теперь выпьешь, тебя потом не потянет на кровь? Любая зависимость лишает воли. Поэтому я не собираюсь рисковать только для того, чтобы убедиться, что у меня все еще есть проблемы с выпивкой. Ты прав. Прости, это я из любопытства. Все в порядке, Геральт. Любопытство в этом случае естественно. К тому же я всегда ценил в тебе эту черту. Мне всегда было интересно, как проходит ваша регенерация. Отрастающая рука еще понятна. Но Детлов собрал тебя из мокрого места. Это уже задача посерьезней. Это сложный и кропотливый процесс. Но возможный, чему я наилучший пример. И я слышал, что и с тобой что-то приключилось. Кажется, ты потерял память. На время. Мне помогла Трис. И мне очень повезло, что все закончилось только амнезией. Видишь, вам, людям, в этом смысле гораздо хуже. Вас так просто лишить жизни. Мне всегда было вас жаль из-за этого. Убить вампира гораздо труднее. Если тебя уничтожит представитель другой расы, то с помощью другого высшего вампира ты можешь возродиться. Но если смерть причинит кто-то из нашего рода, то это уже навсегда. Никакого возрождения. Потому вампиры давным-давно поклялись не воевать друг с другом. Ну хорошо, можешь задать мне один вопрос. Что ты хочешь знать? Всего один вопрос такому невероятному человеку, как ты, Геральт? Это жестоко. Но я попробую. Если бы ты умер и регенерировал, как я, в своей новой жизни ты тоже стал бы ведьмаком? И это интересует тебя больше всего? Хотел бы я быть ведьмаком? Меня интересует многое, но у нас мало времени. Ответь мне, пожалуйста. Я стал ведьмаком не по своей воле. Если бы я мог выбирать, я бы нашел себе другое занятие. Чтобы не приходилось рисковать жизнью каждую минуту. Ну и за которое меня, может быть, даже уважали. Спасибо, что был со мной искренним. Искренность — черта отважных и привилегия немногих. Не видать твоего приятеля. Ты уверен, что он понял все правильно? Абсолютно. Подождем еще минуту. Наверняка он вот-вот вернется. Ты чуткий даже во сне. Почти как вампир. Ты уверен, что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов? Спасибо за комплимент. Есть какие-нибудь новости? Ты был прав.
В окрестностях нет ни кобальдов, ни мамонов. Я говорил. Позволь мне закончить. Оказывается, есть один вихт пятнистый. Он живет в заброшенном имении в лесах Караберты. Быть этого не может. Ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения. Тогда советую припомнить все, что ты знаешь относительно вихтов пятнистых. Этот же как-то выжил, несмотря на все старания твоих собратьев по цеху. Кажется, я знаю, что это за дом. С ним было связано какое-то предание. Местные считают, что он проклят. Может, потому вихт и выжил, его просто никто не беспокоил. Вихты редко живут в лесах. В брошенных людских жилищах и того реже. Скорее уж на пустырях или на старых кладбищах. К чему ты клонишь? Я вот думаю, может, ни хера это не вихт, и твой помощник ошибся? Сомневаюсь. Вороны исключительно умные создания. Они чрезвычайно наблюдательны. И что он там нанаблюдал? Вокруг имения полно ложек. Чего? Ложек? Не надо так на меня смотреть. Не я там был. Может, все вихты пятнистые от природы любят ложки. Или это как-то связано с проклятием. Ха, еще что-нибудь знаешь об этом проклятии? Не припомню ничего особенного. Я не придаю значения таким вещам. Была какая-то история, что-то вроде анекдота. Надо бы вспомнить этот твой анекдот. Вдруг там что-то важное. Кажется, там было что-то про голод. Хотя нет, может, про жадность. И кого-то за что-то наказали. Словом, обычное проклятие, как по учебнику. Прости, Геральт. Я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересных историй. Что такое? У нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие. Это совпадение? Или между ними есть связь? А, профессиональный интерес. Лично я ничего не имею против того, чтобы ты занялся этой загадкой, но прошу тебя, помни, нам просто нужна слюна вихта. Давай так, начинай готовить микстуру, а я раздобуду слюну вихта. Он использует ее в своих отварах. Надеешься, он продаст тебе немного слюны? В крайнем случае принесу тебе его слюнные железы. Они тоже подойдут. Я на минуту вообразил, как ты убеждаешь вихта наплевать тебе в пузырек. Очень забавная картина. Впрочем, слюнных желез и правда будет достаточно. Ну, до встречи. До свидания. Я начну штудировать книги. Книги? Я думал, ты займешься микстурой. Нам нужен еще один компонент, но добыть его будет довольно хлопотно. Поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену. Ясно. Удачи. И тебе, мой друг.